Сказка о трех монетах. Жили-были в городе Якутске дед и баба. Жили они бедно, от пенсии до пенсии. Как-то гуляли они в городском парке и нашли три золотые монетки. Министерство финансов Республики Саха-Якутия и детское издательство «Кэскил» представляют конкурс «Эссе среди школьников. Я и финансы». Конкурс проводится с 2013 года ежегодно и направлен на развитие у детей полезных навыков обращения с деньгами, воспитание будущего разумного потребителя финансовых услуг. География конкурса обширная. В нем принимают участие дети со всех 36 улусов и городов Якутии. Конкурс проводится по трем возрастным группам. Младшая группа – с 1 по 4 классы. Тема эссе – сказка на тему финансов. Средняя группа – с 5 по 8 классы. Тема эссе – наш семейный бюджет. Старшая группа – с 9 по 11 классы. Тема эссе – финансовая грамотность. Поступившие работы оцениваются по следующим критериям. Полнота раскрытия темы, оригинальность и грамотность изложения, наличие фотографии или рисунка по теме сочинения. Победители и призеры конкурса награждаются ценными призами. Также проводится онлайн-голосование на сайте www.kskill.ru, где читатели выбирают своего победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Лучшие эссе публикуются в газете «Кэскил» и издаются в виде сборника. За 6 лет конкурс приобрел большую популярность у школьников, мотивируя их к участию в организации семейного бюджета и умению грамотно распоряжаться личными финансами. Воспитание финансовой грамотности со школьных лет является одной из важнейших задач государства. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок –